spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлены бюджетные воблеры от бренда Freeway. Это линейка под названием Hornet, что в переводе с английского языка обозначает шершень. И хотя эти крупные приманки позиционируются производителем как троллинговые, однако при наличии соответствующей снасти ими также можно ловить и в заброс. Давайте поближе их рассмотрим. Hornet является типичным представителем большого и популярного класса минов. Корпус симметричный, удлиненный, с невысокими, слегка округлыми боками. Более объемная передняя часть постепенно и плавно сужается в сторону хвоста. Такая геометрия обеспечивает неплохие аэродинамические характеристики и стабильную игру при проводке. На общем фоне выделяются крупные глаза красного цвета с неким хищным прищуром. Спереди установлена пластиковая лопасть оригинальной седловидной формы. Именно она создает размашистую игру с большой амплитудой. Выше мы видим крепежную петлю с заводным кольцом. И напоминаем, для защиты воблера от среза щукой лучше использовать надежный поводок. Данная модель имеет положительную степень плавучести, что дает возможность проводить ее на более мелководных участках или обходить подводные препятствия. Длина корпуса равна 120 мм, но вес при этом составляет всего 7 граммов ровно. Так что в зависимости от условий ловли можно применять как спиннинговый комплект, так и кастинговую снасть. Рабочий горизонт, заявленный производителем, находится на глубинах в пределах от 1 метра до 1,5. Серия насчитывает более десятка самых популярных вариантов раскраски. Здесь вы найдете светлые и темные, натуральные и кислотники. Есть Redhead и с голографическим эффектом, создающим множество бликов. Есть модель с глиттером, имитирующим рыбью чешую. Для оснащения применяется пара некрупных, но прочных сорняков. За счет остроты жал они без проблем просекают рыбу. А мощности должно хватить для того, чтобы не дать трофею сорваться во время вываживания. Система дальнего заброса не предусмотрена. Однако в пластиковом теле есть элементы огрузки и балансировки. За счет их подвижности создается не громкий, но хорошо слышимый звуковой эффект. Для Freeway Hornet можно применять различные варианты анимации. При простой равномерке или stop-and-go он будет показывать собственную активную игру и мерцать боками. Для разнообразия можно вводить ускорение, паузы и рывки различной силы. Основными трофеями станут щука, крупный окунь и судак. Также рекомендуется для ловли морского и озерного лосося. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.